Бла-бла-бла, дорогие друзья, с вами Макс, и вы на канале Романа Максим Эдуардович. И сегодня у нас будет долгожданный вопрос-ответ. И мы начинаем со спидранера. Он же Даня, Лор, Даня, С, спидранер, ЧЧЧЧС, Ахмед 6666, Ахмед 22, Витя Бул... И что там, что-то. Наверное, все. Ладно, поздоровайся. И еще у меня есть ТикТок-канал. Да. Ладно, поздоровайся. Всем спидран! Да, такой его новый вопрос. Так, вопрос. Первый вопрос. Вопрос к Максу из спидранера. Была трешня в классе. Чтобы вы понимали, ребят, внимание. Это пишет мой батя. Трешня в... Была. Да, трешня в классе была вот. Возьмем вот эти... Вызывали родителей Бочкова. Ну да. Кто не знает, это мой одноклассник. Да. Задира. Стой, тихо, стой, давай я сейчас сам расскажу, короче. Ребят, 11 было прям супер смешная история. Он вместе... Да блин, хватит мне писать в ютубе там. Какие-то... Короче... Ребят, я один раз мне это рассказал мой друг Серега из моего класса. Короче, Никита Бочков и Михайлов Никита, короче, один из откуда-то нащупали номер учительницы, позвонили. И вот тут внимание, это сейчас просто максимально трешня. Срыгнули в трубку и сбросили. Так вот зачем? Учительницу был. Ага. Это я, если что, им давал. Они говорили то, что хотят позвонить учителю, а на секундочку, он, короче, тогда отошел. Потому что что-то у них неразбериха с Бочковым была. Они мне вот это вот насплетничали. Понятно, кстати, потом еще одна история с Бочком. Вот, короче, у нас на уроке рисования разрисовал себе лицо под Моргенхрена. И в итоге училка отправила его в мужской туалет смывать эту грязь с лица. А это были чернила, причем много. И в итоге он там минут 10 простоял в туалете. Так. Вопросы к Витя Бу от неизвестного пользователя. Так, влюблен в кого-то из класса? Нет. Твой город, где ты живешь? На этот вопрос отвечу я сам. Мы живем в городе Москва, рядом с метро Некрасовка, и рядом с метро Некрасовка есть мост, который ведет на край света. А именно на границу двух регионов, Москвы и Московской области, или же города Москвы и города Люберцы. Так, так, третий вопрос. Что с твоим каналом спидранер? Ну, поскольку у меня новый телефон, сейчас с Android на iOS очень сложно перекидывать все данные, а пароль от аккаунта спидранер я забыл... сделать скриншот на него. Короче, у меня не было пароля. И поэтому он у меня остался на своем телефоне. И я больше не могу снимать, потому что он очень сильно сломан. И у него 100% проходит за 10 минут. Понятно. Так, четвертый. Знал, что Макс создает игру? Очень давно он мне сам говорил. Да, и, кстати, ребята, я вам вот что скажу. Есть шортс-видео, где я сказал, что создаю игру. Возможно, я выпущу отдельное видео, но в каком-то видео я, возможно, спалю вам название игры. Да. Так, так, вопрос. А будет вторая часть вопрос-ответа? Да, но этот вопрос должен быть не ко мне, а... Тьфу, какой не ко мне? Не к спидранеру, а ко мне. Ну, вопрос-ответ у него, кстати, ребят, тоже был, но там был всего один вопрос только от меня.
Да. Я удалил это видео. Да, так, следующие вопросы для Рафа. А на них отвечу я, потому что он не хочет отвечать сам. Итак, вопросы для Рафа. Вернешься на канал Рафа и Макса? Не знаю, мы не знаем. Но спидранер не хочет, чтобы он возвращался. Так, сколько ему лет? 14. В Роблокс играет? Играл, но его забанили. На неизвестный срок. И до сих пор непонятно, разбанят его когда-то. Так, что еще спросить? Вопрос. Влюблен в кого-то Раф? Я не знаю. Вопросы к Андрею. Я, к сожалению, ребята, не могу на них ответить. Да, так. Но. Так, вопрос для Крови Плей. Сколько лет? Сколько лет? 14, как и Рафу. Страна проживания. Украина. Страна проживания Украина. Крови Плей, так. И самое твое кринжовое видео, я не увидел. Вопрос. БКЛ Фу? Нет. Ее за 15 тысяч. Советую микронорм найти и на компе снять. Сколько см? Чё с см? Сантиметров? Так, вопрос от кента... Тьфу, куда сердечко было? Вопрос от кента 228. Ну чё, судари? Погнали. Первое. Номер телефона. Итак, записывайте. Плюс 7. Вы чё, думали, я вам сейчас реально продиктую? Второе. Где БКЛ и вагон 10-167? Слушайте, ребята, БКЛ и вагон 10-167 будет в апреле. Апреле, да. Вагон 10-167 я поеду снимать 12 апреля. Да, первое. Ты знал то, что поезд «Народное ополчение» списали? Да. Самый старый именной поезд в московском метро списали. Да? Да! Блин, жалко, мне нравилось. Так нравилась его тряска. Да. Ну ничего, у нас остались еще номерные, которые скоро навсегда уйдут в историю. Так, четвертое. Тихо там, за кадром. Тише, девочки. Извините, сестры играют просто. Окей, так. Так, четвертое. Хэштег верните Яузу. Поезд метро Яуза, да. Хэштег верните Яузу. Метрополитен. Хэштег верните Яузу. Все, все пишите хэштег верните Яузу. А то я вас заберу в военкомат. Служить на фронт. Так, ладно. Пятое. Что еще спросить? Вопросы. За армию Так. Так, что еще спросить? Тихо, стой. Вопрос 777. Почему не 7? Донатил в игры? Да! Я донатил 229 рублей на покупку машины в игре Cards Card 3D. Правда, я потерял этот донат из-за долбанного мода. Да, так. Играл в Chicken Gun? А можно я кое-что скажу? Ну, давай. Только... Я, кстати, тоже донатил в игры. Я донатил 25 тысяч в стендов 2. И еще я задонатил... Сколько там? 10-15 в Roblox. Понятно. Так, вопрос 8. Играл в Chicken Gun? Играл, честно, не очень так. Девятое. Grovy Play предатель? К сожалению, да. Так, вопрос для ФК Азиса от Рая, но я пока его не буду показывать. Что? А, так, вопрос от предателя, Грови Плея. Какой твой любимый цвет? Красный, белый, желтый, черный. Так. Самый красный. И я!
какой твой любимый Роблоксе? Какой твой любимый Роблоксе? Их много, перечислять. Тихо. Наверное, Поззи. Чё? Тише! Какой твой любимый Роблоксе? Ну, у меня много, перечислять можно долго. А у спидранера какие? Ну, у меня, ну, тут просто два. Тут просто, даже пересчитывать не... Ну, ладно. Смотрите-ка, первый, не совсем прям полностью Roblox, но снимает в Roblox позе. А да. второй его друг, даже немножечко. Я забыл, как его зовут, как у него называется канал, но у него скин в Роблоксе в виде коробки. Робота из коробок. А, это Робзи. Во-во-во-во, он самый. Да, ну и третий, это еще я так. Что это, будет ли еще Роблокс двери? Да. Так. Не факт. Да. Донил ли ты когда-нибудь? Если да, то сколько робуксов? Этот вопрос повторяется. Я донил в Car 3D, но я этот донат успешно потерял. Поздравьте меня. Поздравляю, молодец. Так. Вопрос от Днисовича. 5 вопросов. Первое. Где ты живешь? Не скажу. Ты летал на самолете? Ты встречал когда-нибудь других роблоксеров? Бабку Шоу. Спидранер! Да. Сколько у тебя в друзей Роблокс? Много. Но я хочу всех ненужных друзей в Роблоксе переудалять, чтобы оставить только своих друзей. И внимание! У меня в друзьях есть роблоксер Алексей Смертник в летсплей хорроров. Да. Так, играл в Dota 2? Нет. Да и играть не буду. О, 5 ответов. Чё там? Третье. Он на карте Алькатраза встретил бабку Шоу. Возможно, он живет в Лермонтовском проспекте. Кто не летал? Я. А я помню его. Пока здесь. Так. Вопрос для Макса. Тихо. Вопрос для Макса. Сколько тебе лет? 10. Миллиардов. Никаких мне не 10 миллиардов, а 10.5. Так. Вопрос для Макса. С какого года ты снимаешь на YouTube? Внимание. Мой самый первый подписчик. Тихо. Так. Тише, девочки, я сказал уже. Итак, значит, вопросы у нас. Ему уже 13 минут с тобой. Так, с какого года я снимал? Мой самый первый подписчик думает то, что я снимаю с 30 сентября... Тьфу, с какого? С 26 апреля 2020 года. Обломайтесь. Я снимаю с 30 сентября 2017 года. И этот аккаунт сейчас принадлежит моему бате. Итак. Ну чё, это все вопросы, спидранер. Пока. Почему нет? Подождите. Чё? Можно мне свои вопросы задать? Ну давай. Смотрите-ка. Ну чё, погнали? Да. Первый вопрос. Ну? Смотрел ли ты бабку Шоу? Да, конечно. Я подписчик его. Я даже ему на электронную почту писал. Второе. В каком режиме ты снимал видео? Вопрос-ответ. Автоматик Москву метро, если взять вот этот вопрос, правда это фейковый автоматик Москву метро, где просто какой-то один трамвай и все. Да, вот так вот. Третий вопрос. Донатил ли ты сплиз донатя? Нет,
Мне не донатили, да и я никому не доначу. Потому что у меня нет рубиксов. Максимум есть халявный рюкзак за 100 рубаксов. И донатное лицо. А, погнали дальше. Знаешь ли ты, что в честь тебя назван один режим в Роблоксе? Да, конечно! Ты ж его разработчик. Тихо! Я вам этого не говорил. Хотя все равно они и не найдут твой ник. Ну да. Ладно, говори следующее. Знаешь ли ты, что для твоего одноклассника есть один плейс в Роблоксе, и он сам создает плейсы? Ну, конечно, это же мой подписчик, Дима. Ну, в кавычках. У него аккаунта еще нету. Есть. Так, ладно, следующий вопрос. Ну, следующий вопрос. Ну, вот вообще... Правда ли, что ты набирал неизвестные ники, просто рандомные ники в Roblox в... Доктор Ливси, симулятор ходьбы, и делал такие сцены. Я пока так не делал, но буду делать. Да. В побег из пятерочки. Играл ли я в побег из пятерочки? Да. Кстати, это, ребят, сейчас погодите, я на паузу поставлю. Все, задавай. Спидранер. Поезд Русич метро. Поезд Русич ведро. Да. Русич, ребята, ведро. Несмотря на то, что у него вагон, как два вагона в одном, так он еще и имеет меньшую вместительность. Сиденье очень низко, поэтому высокие люди думают, что ты садишься на пол. А также, если тут два вагона в одном, то 5 вагонов Русича, это получается 10 вагонов поезда Москва или номерной. Да. Так, следующие вопросы давай. Есть ли у тебя приватный сервер в симулятор падения в канаву? Нету. Следующие вопросы. Играл ли ты в Adopt Me? Если да, какие пэты? Есть, да, я играл. Есть необычный пэт. Это такая сова красная. Ну и еще русский медведь. Знал ли ты, что в Adopt Me сейчас обновление? Знал. Да. Следующие вопросы давай. Побыстрее. Знаешь ли ты про потайную комнату в плейсе? В плейсе спидранера? Номер 7. Конечно. Ври больше. Если ты про этот про эту штуку, с помощью которой там можно кое-куда забраться. Нет, а там прям отдельная потайная комната есть. Да, сорян, ребята, я вам наврал. Но, ребят, небольшой факт. Я знаю одно секретное место, где находится ковер-самолет. Лёд. И знаю то, что там есть очень огромная лодка. Но она не едет. На ней, кстати, с помощью ковра можно улетать. В сожопинские дали. Правда, эта лодка настолько тяжелая и многотонная, что ты просто ее контролировать не сможешь. Окей, следующие вопросики. Знал ли ты, что существует отдельный плейс полностью, чтобы ты понимал, полностью
тебе просто там все. Да. Нет, там прям все. Вот ты спавнится в твоем теле. И просто бегают, прыгают по легким. И сердцу. И внутренним органам персонажа твоего. Ты че? Нет, не знал, но знал, что вот этот поезд, который назван в честь меня, это и есть поезд для меня на 50%. Ладно, погнали дальше. Или это все? Есть ли у тебя приватный сервер в режиме лифт веселье мега обнова? На эту. Слушай, а сейчас я тебе задам небольшой вопрос по мемам. Здравствуйте, а у вас сок солнечный есть? Нет. Нету. Ладно, я погнал к другим. Ладно, давай еще один вопрос, последний. Ездил ли ты с метро Некрасовка на Добрынинскую? Да. Через Добрынинскую до парка культуры. Нет, именно прям вот точка назначения у тебя была Добрынинская. Ну да, было один раз. И все, и один последний вопрос остался. Окей, давай, прям самый последний. Прям самый последний. Ездил ли ты... ездил ли ты по Большой Кольцевой, и если ездил, то заезжал на Чертановскую? Я ездил, но на Чертановскую не заезжал. Максимум заезжал на 10-ю линию ловить вагон 10-167, но в итоге на Комсомольской Соколической линии встретил уникальный вагон 2649. Ладно, я к другим. Роман, плохая новость. Вопрос-ответе для тебя вопросов нету. Роман, плохая новость. Вопрос-ответе для тебя вопросов нету. Погнали к ФКС Дениса студия. Что? Короче, ребята, сейчас будут вопросы для ФКС Дениса студия. Поздоровайся. Здорово. Так, где тут? О, взломанный аккаунт, который взломал я. Так, вопрос к Казнисе. Он когда-то играл за гостей в Roblox? Да, ребята, он играл, была даже одна история с его аккаунтом Гость310. Сначала у него попался такой номер, когда он играл за гостей, Гость310. Потом просто создал аккаунт Гость310. Начала там происходить какая-то дичь. Появились глюки в карте, его куда-то телепортировали, а потом ему на электронную почту пришло сообщение. Не заходи в Hide and Seek Extreme. Он, конечно, испугался, но все-таки зашел туда. В результате там был только один ит, искатель. Он побежал на него. И все. После этого связь с аккаунтом и электронной почтой оборвалась. Это правда? Да, это правда. Только вот на сей раз электронная почта у меня осталась. Ты ее восстановил там, да? Да, восстановил. Да, так, есть еще там вопросы для ФКС Дениса. Вопрос для ФКС Дениса. Сколько ты снимаешь с видео с Ахмед-22 со спидранером и Романом Максим Эдуардович? Ну, я где-то около года снимаюсь с этими чебуреками. Что сказал? Около года снимаюсь с вами. Ну, я вас назвал чебуреками. В хорошем смысле. Ну, понятно, так. Советую микронорм найти и на компе снимать. Сколько сантиметров? Чего? Сантиметров рост, если, ну...
Рост, говорится, то 1,84 м. А у меня... Это мой рост. А у меня 155 сантиметров. Вопрос. БКЛ, фу. Большая кольцевая линия московского метро, фу. А чего? Я даже не понял, что это значит. Дурак. БК... Блин. БКЛ. БКЛ это большая кольцевая линия метро. В московском метро открылась. Она фу или нет? Откуда я знаю? Я не живу в Москве. Ты живешь в городе Лиски, Воронежская область. Ладно. Будем считать, что ответ нет. Опа, Роман звонит. Ничего, ничего, Роман. Ко второй части вопрос-ответа это все будет чики-пуки. Давай поиграем в контракт. Я сейчас снимаю. Что снимаешь? Вопрос-ответ. Поздоровайся. А куда ты? В какой катке? Слушай, я сейчас ни в какой катке. Да просто я снимаю вопрос-ответ. Поздоровайся со зрителями-то. Здорово. Да. Я могу хотя бы с тобой послушать? Ну, сорян, все вопросы уже послушайся. Так, видео идет уже 26 минут, учитывая то, что 18 минут я там провозился со спидраннером зданий. Но я могу все равно. Ну, ладно. Хотя, слушай, у нас, по-моему, там... А, да, были все-таки вопросы. Так, сколько тебе лет там? 11. Так. Влюблён в кого-то? Нет. Что за вопросы тупые? Страна проживания. Город или прям? Страна. Россия. Да, си так. Так. Ну, в целом это... Это все вопросы. А ничего? Обалдели? Ничего, я если что скажу, то что вторая часть... Кстати, ребят, вторая часть, она, короче, где-то летом. Какого числа, какого месяца? Где-то в июле. В июле? Да. Будешь играть в Counter-Strike? Сейчас, вопросы для Артика Фантика только остались и все. Ну я могу послушать. Ну окей, сейчас добавим этого Артика Фантика. Так, ну-ка, Артик Фантик, не понял. Я сейчас ему в ЛС напишу. Ну, напиши. Так, я это... не написал. Я надеюсь, он сейчас ответит. И потом... О, Артём! Здорово! Артик Фантик. Добрый день! Короче, для тебя есть вопросы. Сейчас, короче... Так, первые вопросы. Где тут вопросы для Артика Фантика? Блин, их очень много тут. Так, вопросы для Артика Фантика. Имя в реале. Это когда мне отвечать? Сейчас или как? Да, конечно, сейчас, блин, запись идет уже 28 минут. Ребята, да, всем хай, еще раз. Ну, в общем, мое настоящее имя. Я признаюсь. Мое настоящее имя. Артём, да. Страна проживания. Ну, в принципе, да, это даже можно увидеть по моей видео, по моему видео даже. Ну, да. Салам алейкум. Да, Лика. Так, Дженну знаешь? Какие Дженны? Я ничего не знаю. Дженна, хакерша Roblox, которую все знают. Я знаю. Ой, она вообще не хакерша, она вообще какой-то обобус. Так что, я ее знаю... Но не верю, что она халпит. Да, это какой-то обобус с жирной задницей. Так. В четвертом вопросе просто какая-то пустота в виде точек и вопросик. Не знаю почему.
Нет, какое видео? Как это видео там даже у тебя? Ну это видео, вопрос так. Артём. Салам алейкум, кто поиграл в крутую игру после твоих вопросов? Ну давай. Ну какие еще вопросы? Так. А. Сколько лет? Недавно 11 исполнилось. Советую микронорм найти и на компе снимать. А, именно... Спрашивают, на чем я играю, типа, на чем я снимаю, играю, да? А, вопрос для... А, от тебя вопрос, сколько мне лет? Ну, мне 10 с половиной, так. Опа. Какой твой любимый... А что, вопрос прикол? Ну, какой прикол? Мне тоже 11 теперь. 3 дня назад исполнилось. Ну, с профессором тебе получается. Чё? Ну, с профессором тебе получается. Чё ещё раз? С прошедшим тебя! Спасибо, землянин! Ладно, ребят, так, и вопрос от нашего так преданного подписчика, который знает нас еще с 21 года, так. Так, Раф вернется на канал? Мы не знаем. Макс, ты знаешь секреты Рафа, ФК, Эзнис и остальных, в том числе Романа и Артика Фантика? Пока нет. Максимум то, что у Рафа есть секретный канал, а также у него в Телеграме в описании какой-то шифр. Почему Чё? Про меня тоже там написано? Ну да, то есть тут и остальных написано. Так. Так, почему прошлые каналы были удалены? Меня заставили. Можно я скажу про свой канал? Ну да, давай. Ой, ребят, я просто туда мало снимаю в Ютубе, но если что, у меня там как Фокси на Авиа России и название Фокси. Может, вы меня уже видели, хоть я и мало снимаю, но там пару видео есть. Ох, ё, могу играть, Артик Фантик. Что я могу включаться, типа, от вас или как ближе? Ну да, так. Ладно, короче, тихо. Так, и еще, почему каналы были удалены? Меня заставили. Ладно, ребят, с вами был я. Макс, Артик Фантик, Раф, Андрея, к сожалению, не было, Роман, и в дни со студии. Спидранер, Даня Лор, Даня С, Ахмед, 4 шестерки. Терки. Ахмед, 22. И ЧЧЧС, Витя Блуп. Всем пока-пока. Пока. Ты сможешь поиграть? Да. Знаешь, как меня называй? Чё? Знаешь, как называй? Как? Рома точка 19. Рома точка 19. Да, вот так вот, понял? Окей. Чё, в Кондрайн замутим? Да. Ладно, ребят, всем пока. Всем пока!